Так, начинаем наш сегодняшний жимовой на пик-кач с разминки с весом 50 килограмм. Что-то я не угадал с расположением. Опа. Вот так. Необычно легкая штука. Так, первый подход в накачке. Так, первый подход в накачке. Вес 82,5. Повторяем на 5 раз. Не пытайтесь повторить это дома. Да ё-моё. Что-то как-то тяжело это. Второй подход с весом 82,5, который внезапно для меня становится тяжелым. Почему-то. Почему? Я худею, наверное. Потому что массы нет. Это 82,5, тяжело. Так, третий подход с весом 82,5. Это мне не нравится, что я так лажаю. Может, я худею реально. Поэтому. Тяжело идет. Итак, следующий подход у нас четвертый, предпоследний. Вес 82,5. Я вымучил этот пятый подход. Итак, друзья мои, последний подход с весом 82,5. Что-то мне все это дается нелегко. Как это ни странно. Наверное, я слегка похудел. Из-за этого тупого голодания. А, ты за меня болеть будешь? Я вымучил последний подход. Последний пятый.
повтор.